Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня открываем вот эту вот посылку, в которой находится чехол для смартфона OnePlus 9R. Это один из самых продаваемых чехлов и один из самых популярных чехлов в целом на все смартфоны, не только на OnePlus. Что это за чехол? Это чехол жидкий силикон. Чехлы жидкий силикон есть двух самых популярных и распространенных видов. Именно вот такой вот я покажу потом немного позже, какой есть второй. На втором смартфоне у меня есть такой. Так вот, стоимость этого чехла невысокая, буквально несколько долларов. Плюсы этого чехла то, что он приятный на ощупь и у него довольно-таки неплохая защита. Так как его называют жидкий силикон, ликвид силикон, он еще бывает подписан. В руках он ощущается очень приятно, что-то по типу soft touch. И он также вроде бы как и мягкий, но есть относительно жесткие грани, соответственно, вот углы и вот эти вот грани немножко лучше проработаны. Плюс ко всему, если смотреть вот эти вот бортики, здесь, я бы также сказал, есть небольшое усиление. Ну и внутри вот это вот бархат, плюс ко всему, смотрю, проклейка здесь как бы неплохая. Есть еще и название, возможно, это какой-то бренд или что-то похожее на бренд. Ну и давайте все-таки оденем на смартфон. С смартфоном, кстати, OnePlus идет вот такой вот силиконовый прозрачный чехол. Со временем, спустя месяц-два, он начинает желтеть, и внешний вид у него очень-очень даже нехороший получается. Соответственно, лучше всего менять чехол и покупать что-то другое. Так вот, по цвету, конечно же, идеально будут подходить этот очень приятный смартфон и сам чехол довольно-таки приятный. Так, одеваем, но внешне, смотрите. Первое, конечно же, внешний вид немного меняется и, возможно, не в лучшую сторону. Но зато есть полноценная защита камеры. Смотрите, есть все глазки и дополнительный еще ободок вокруг камеры. То есть без проблем можете класть вот так вот смартфон с модулями камеры. Ничего не будет, они будут хорошо защищены. Минус такого решения является то, что при ношении в карманах очень часто забивается в эти отверстия пыль. Если взять вот еще один мой смартфон, хотя смотрите, здесь вот я ношу где-то раз в неделю, снимаю чехол, протираю, и пыли здесь, конечно же, не так уж и много. Если вы активно пользуетесь в каком-то, не знаю, пыльном помещении, возможно, придется чаще. По поводу, по ощущениям, как я и сказал, приятно, в руке лежит неплохо, но можно было лучше, немного позже скажу почему. Кнопки, смотрите, кнопки нажатия. Нажатие четкое, все хорошо. Достать рычажок переключения можно. Ничего сложного нет, все хорошо. И плюс ко всему, это очень хорошее решение, потому что здесь, смотрите, есть углубление, и из-за того, что вот эта вот кнопка, этот рычажок не выступает за грани чехла, соответственно, что он не будет цепляться у вас, например, в штанах, в джинсах, за карман, за материал, и это уже хорошо. Так, верхняя грань, здесь отверстие под микрофон совпадает. Так, левая грань. Кнопки, давайте разблокирую дисплей, чтобы вы видели. Кнопки громкости работают. Щелчок четкий, нажатие приятное. По вырезам порты, смотрите, все четко сходится. Здесь вовсе, я бы сказал, даже идеально. Сидит чехол просто отлично. Если защита модулей камеры здесь была, то хочется увидеть, есть ли здесь защита дисплея. И вот здесь сейчас установлена защитная пленка без стекла, и защита дисплея здесь будет. Как вы видите, ободок самого чехла возвышается над дисплеем смартфона. И вот так вот, если положить, очень хорошо чувствуется, что смартфон лежит на ободках чехла. Соответственно, очень хорошо, что есть защита и с тыльной стороны, и с фронтальной. Как он будет себя вести, если будет установлено защитное стекло? Я смотрю, что здесь запас порядка 1 мм, может быть, немножко больше есть, присутствует. Соответственно, что я предполагаю, что если будет установлено защитное стекло, то чехол и защитное стекло будут вровень. И, с одной стороны, это хорошо, потому что
палец не будет цепляться ни за чехол, ни за что, а очень будет удобно пользоваться. Кстати, углы здесь также скруглены, поэтому даже сейчас я никакого дискомфорта не ощущаю. Ну и минус, если будет защитное стекло толще, тогда смартфон вот так вот будете класть уже на защитное стекло. Все самое основное по этому чехлу я вам рассказал, а вот почему я считаю этот чехол не лучшим вариантом и какой второй вариант? Второй вариант вот такой. Это точно такой же жидкий силикон. Кстати, вот этому чехлу уже несколько месяцев, смотрите, не затерся. И единственный минус, это когда вы берете жирными или влажными руками, остаются здесь отпечатки. Они также легко и просто вытираются потом, но немного остаются отпечатки. И вот обратите внимание на разницу. Если здесь, это, кстати, Xiaomi 11T, если здесь скругленные грани, то здесь квадратные грани. И вот в руках ощущается намного приятнее скругленные грани. И даже смартфон кажется меньше скругленными гранями. Вот обратите внимание, OnePlus 9R, наверное, даже тоньше сам по себе смартфон, но вместе с таким же чехлом он получается даже толще. И, возможно, виной этому айфоны 12 и 13 версии, потому что, начиная с 12 и 13 версии, они стали с плоскими гранями, с ровными гранями, не скругленными. Они стали менее удобны в руке сидеть, менее практичны, я бы так сказал. И вот, пожалуйста, чехлы точно так же начали копировать и делать. Хотя раньше жидкие силиконы всегда, вот посмотрите, 2 года назад я вот таких вот чехлов жидкий силикон практически нигде не находил. 2 или 3 года назад, хотя я покупал довольно-таки часто такие чехлы. А вот сейчас, вот, пожалуйста, есть и такие, и такие. Соответственно, не всегда понимаешь, какой чехол продается. Лучше всегда смотреть отзывы. Во всяком случае, все ссылки на вот этот вот чехол я оставлю в описании под данным видеороликом. Дальше вы сами можете посмотреть, почитать, что вам больше нравится. Так как OnePlus 9R это относительно компактный смартфон, то лучше всего, конечно же, использовать вот такого вот плана чехлы, потому что смартфон будет еще более компактным, еще более удобным казаться, нежели вот в таком чехле. Ну, а тем, кому нужно что-то погабаритнее, можно покупать вот такого вот плана чехол. Во всяком случае, вариант неплохой, вариант интересный, и использовать, ну, конечно же, его буду. Хотя посмотрю, что придет еще в дальнейшем. Я заказывал много разных чехлов и для этого смартфона в том числе. Все ссылки на вот этот вот чехол и на другие, которые я заказывал, будут в описании под этим видеороликом. Всем, кому это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь многим оно может быть интересно и полезно. Ну, кстати, если вам интересны обзоры на смартфон OnePlus и сравнение с его основными конкурентами Realme GT Neo 2, Xiaomi 11T, вы можете посмотреть у меня на основном канале. Все это есть. Там есть полные, подробные сравнения. Ну, а вот теперь все. Всем пока. До новых встреч.